Могилевский областный драматичный театр открывает новый сезон. Глядачам пропонуют как знакомые постановки, так и премьеры. До того же Могилевскую театральную труппу чекают гастроли и удел у престижных фестивалях. Серйозная розмова. Менавіта так позиціонірують новий театральний сезон у обласним драматичним. Треба не тільки показати глядачу той, що йон жадає і до чого привик. Сьогодні театр повинен пропонувати публіці серйозні теми, здольні підштурхнути до глибоких розважанняв. У гэтым сезоні такими стануть прем'єри драма «Смех у темри» по роману Владимира Набокова «Камера обскура» і спектакль «Скарина» у постановках головного режисера театра Саулюса Варнаса. Ми думаємо, какие-то чтения делать, може, на малой сцене, да? Хорошую литературу хотим приучить, как бы привлечь, чтобы вот это звучало. Отвыкли читать, да, и очень-очень хотелось, чтобы опять озвучили, да, прекрасные тексты, такие чтецкие, которые провели тем, которым это важно. По-ранейшему у репертуары театра спектакли на любой густ и узрост, дитячие казки, комедии, драмы. Одночасово труппа рыхтует свои постановки Крейцерова соната и час секонд-хенд до уделу в Международном театральном форуме «Театр» и до Национальной театральной премии. Но если вы посмотрите на другие театры, и не только областные, но и многие республиканские, не так часто у них это получается. Вот там всегда много иностранных специалистов, да, общение с которыми дает возможность какие-то иметь контакты. Могилевских актеров ждут гастроли. Спектакли у постановках нашей театральной труппы покажут у Литве, Польши и Германии. Алина Соловьева, Виталь Алексеенко, Новини регион.